Всем привет! Я сегодня сделаю вот такой автомат из Лего боулинг. Кто не знает, что это, сейчас я вам покажу. Вот, у нас кегли стоят. Уже я их за кадром поставил. Чуть попозже я расскажу, как. Так, давайте начнем, сыграем. Вообще боулинг, да, мы берем шарик и должны попасть по кеглям. Чем больше кеглей сбили, тем лучше. Начинаем. Я попал, но сбил не все кегли, мы можем видеть. И нам из этого отверстия вот вылетел шарик. Сейчас я вам покажу, как он будет вылетать. Беру, кидаю. Вот. Опять еще раз кидаю. И шарик выкатывается отсюда. Механизм, как выкатывается шарик, чуть попозже я покажу. Вот, кегли остались-то. Если я попадаю вот сюда, то шарик просто катится. Если я бросаю не силой, то он просто возвратится ко мне. И все шарики вылетают обратно к нам. Давайте посмотрим механизм того, как я ставил кегли. Да, механизм именно. Потому что это ставил не я, а вот робот. Так, давайте посмотрим, как будут подниматься кегли. Я просто рукой сбил все кегли. Нажимаем. И все кегли встали на место. Сейчас я вам сразу расскажу механизм кеглей, как они поднимаются. Поднимаются они вот как. Здесь есть мотор, которому прикреплена длинная балка. Это несколько балок, которые скреплены вот такими детальками. На одной балке, посередине которой, есть вот зелененькие две детальки. Мы можем увидеть, что они скрепные, то есть прикрепляются вместе друг с другом. Внутри этих деталек есть наши нитки. Как вы уже заметили, тут нитки висят. Эти нитки идут к каждому отверстию. И то есть эти кегли не разбредаются куда-нибудь в другие стороны, а остаются на месте, потому что тут есть дырочки. Когда мотор двигается, на барабан вот этот зелененький наматываются все нитки. Кегли поднимаются, они становятся в исходное положение и возвращаются на место вниз. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Нажимаю кнопку. То есть вот так. Все кегли поднимаются наверх, то есть они уже становятся ровно, и опускаются вниз, что встали. Давайте попробуем еще раз. Они встали ровно. Давайте попробуем сыграть еще раз. Так. Здесь кегли сбить нелегко. Да, я нажимаю на кнопочку. Кегли все встали. Давайте попробуем потрясти автомат. Он начинает пищать. И мы видим вот такую картинку. Через 5 секунд прошло, он выключился. Можно опять нажать и поставить все кегли. Я вам обещал показать механизм, который за вот этой крышкой.
Мы видим немного некрасивую тоже платформу, но это не важно, потому что эту платформу мы не видим в закрытом виде, когда мы закрываем. Вот так должна лежать. А это просто обычная пластина. Так вот, эти кегли можно пока положить наверх, если некоторые останутся, ничего. Когда мы бросаем шарик по платформе, он катится, сбивает кегли, если сбивает, и падает вот сюда. Если он падает вот сюда, вот мы можем увидеть, я рукой брошу. Шарик просто прокатывается по вот этой стенке, вот так, и выпадает ко мне, вот так. Я здесь его ловлю, и все. Сейчас я вам покажу, что вот это. Вот, я эти пластины снял. Это две вот таких пластины. Вот эту пластину я не буду снимать, которая наискос идет. Вот. Просто эти пластины здесь лежат, чтобы шарик быстрее катился. Если пластин не было, он бы здесь катился вот так, но к нам не вылетал, а оставался вот здесь. Нам бы приходилось рукой доставать. Вот. Нет, он даже не долетел. Мы не можем достать, сложно. А пластины дают ускорение шарику. Я пластины кладу обратно. Все, я положил все обратно. Вот здесь иногда шарик застревает, потому что нужно немного класть платформу ниже. Вот. Все свободно прокатывается. Не забудьте подписаться. Если на моем канале наберется 300 подписчиков, я сниму большой Лего-автомат с управлением блока EVO 3. Если вы видели мое видео, там была маленькая конфетница синенькая, я вам обещал показать Лего-автомат пинбол. Но на моем канале долго не набиралось 300 подписчиков. И я решил сделать вот такой автомат. Боулинг, который автоматом ставит нам кегли. Так что подпишитесь и поставьте лайк. Да, я соберу еще много лего автоматов. Всем пока-пока!